Вас приветствует Алена Ариес, а сейчас узнайте, что вас ждет со дня на день. А ждет вас, девочки, какое-то волнение, какие-то сожаления со дня на день. О чем же вы так будете сожалеть? Ну, скорее всего, волнения все-таки. Волнения будут касаться либо какого-то нового дела, либо недвижимость. Это может быть как покупка, так и продажа недвижимости. Вот. Будете вы, видимо, из-за этого волноваться. Но начало какого-то нового дела, это, возможно, начало новой работы, нового бизнеса, нового дела какого-то, может быть, творчеством займетесь и будете на этом зарабатывать буквально вот в ближайшие дни. А также, смотрите, я вижу встречу с каким-то мужчиной. Мужчина, скорее всего, светленький, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Вот. А также, возможно, предложение от него.